Опозиція критикує проект бюджету за величезний відсоток запозичення, адже замість того, щоб робити ставку на економічний розвиток, влада бере кредити. В этом году заимствование на бюджет 2021 года 65,4%. Мы одалживаем 702 миллиарда, а должны будем отдать и обслужить внешние долги на уровне 627 миллиардов в следующем году. А когда же заработает экономика? Как же сделать, чтобы она работала и наполняла доходную часть? Вы когда-то слышали, что такие объемы, даже хотя бы 5-10% в былые годы, одалживались для того, чтобы в расходной части покрыть недостатки поступления в доходную часть? Да не было этого никогда. Ну просто не было.